Типа вкусняшки такие. Та-дам. Искала, искала, нашла. Вроде нет голых баб и мужиков. Вот так. Нага. Что это было? Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас очередной обзор моих покупочек из Фикс Прайса. Я тут немного сделала вам фон более интересненький, и помните, я говорила, что мне не хватает вот такого красивого декора, мне на самом деле очень нравится, и я же пошла в Фикс Прайс, и они уже позаканчивались везде, но я взяла себе еще Enjoy, 199 рублей стоит, как раз вот. Для фона, смотрите, как красиво, да, с двух сторон вот уже более милее. Такая вот осенняя обстановочка. Ну и еще вот два пакета новинок. На моем втором канале я снимаю обзоры с полочек, я перенесла эту рубрику туда, именно когда я иду в магазин и снимаю все новинки, все, что я там вижу новое. Естественно, я далеко не все беру, далеко не все вот здесь на основном канале буду распаковывать. Поэтому, если вы хотите увидеть все новинки, которые были, то это вы проходите по ссылочке на мой второй канал, и там будет как раз-таки вот последнее видео с новинками, там шапки прикольные пришли. Это как раз вот в тот же день, когда я снимала, в тот же день я и увидела эти шапки, их только завезли. Ну и много чего интересного к Хэллоуину и так далее. Так, что еще? Еще вот такую вот я взяла. Welcome. Ну я же говорю, там добро пожаловать на мой канал иногда. Вот, пожалуйста, welcome. Это тоже добро пожаловать. И тоже она красиво будет светиться. Ну, в общем, буду менять. Чтобы одна и та же не была, то у меня лов да лов, да? Еще хом была такая. Но, к сожалению, я ее не нашла. Я взяла вот то, что я нашла. Ой! Еще я взяла вот такие резиночки. С 99 рублей стоят. Там 55 рублей стоит где-то 8 штук. А 99, здесь уже их намного больше. Ну и цвета мне нравятся больше. Я хочу сейчас заколоть свои волосы. Как вы на это смотрите? Мне кажется, я сейчас как какой-то у меня такой образ. Темные губы такие, да? И мне прям кажется, что я должна заколоть свои волосы. Открывайся, ё-моё. 20 штук здесь. Резинка для волос тут 20 штук. Открою её ещё. Она вот здесь залеплена, вот так вот. И вот здесь, вот так. О, порвала. Мне сюда прям подойдет. Я так люблю разноцветные резиночки, они потому что, ну, выбирай, какую хочешь, да? Вот у меня синяя сейчас. Прям синяя я хочу заколоть. Вот как-то так, мне кажется, намного лучше, да? Напишите в комментариях, как вам больше нравится, с распущенными или так. Не знаю, мне просто кажется, когда яркие губы и вот что-то такое, то хочется больше сдержанности еще, да? Ну, в общем, вот такие вот разноцветные резиночки. Я их обожаю. И самое удивительное, что я их все время покупаю. Я не знаю, девочки, куда они деваются. На моем горизонте, на моей полке, куда обычно я их кладу, я потихоньку оттуда все время тягаю эти резинки. Потом в какой-то момент я смотрю, что их там нет. Их нигде нет, на полках, на поверхности, в бане на поверхности. То есть я не знаю, куда они деваются. Они, походу, имеют свойство исчезать. Напишите, у кого так. В общем, хорошо, что они недорогие, 99 рублей, мне не жалко, там раз в полгода или раз в 4 месяца я покупаю такую баночку. Так, еще, кстати, из декора, из новинок, я увидела вот такое сердечко. Смотрите, какое оно красивое и милое. 99 рублей стоит, и нужно, ё-моё, 3 батарейки АА. Естественно, они не идут в комплекте. Сейчас надо идти искать мне. В общем, вот такое сердечко милое. Здесь вот так открывается. Оно из пластика сделано, немного даже гнется. Так что сильно на него лучше не опираться. Так, 3 батарейки. Пошла найду. Вот здесь вот у нас, видите, дрыгается там все. Чисто просто вот так смяли и засунули в сердечко эту проволоку с диодами. Так, пойду найду батарейки. Итак, включаем. Как красиво, да? Мило как. Светится очень красиво,
В общем, мне нравится. Я думаю, что оно прекрасно будет для фона, именно когда я снимаю с полочек со своих, когда у меня что-то на полочках стоит. Я думаю, что это будет очень хорошо смотреться. Еще там были звездочки. Голубая вот такая штучка и звездочка. Ой, смотрите, из яркого. Это давно на самом деле лежит уже, это не новинка, но я решила попробовать вот этот спончик. 77 рублей, здесь два штучки. Мне хочется его затестить, но это я буду делать на своем втором канале. Канале. Они такие прикольные, типа вкусняшки такие. В общем, что, они мягенькие такие, но интересно, насколько он сильно впитывает, как он будет размазывать все это дело. В общем, это на втором канале. Также на втором канале буду тестить вот такую вот 100% гиалуроновую кислоту, 99 рублей. Это такая мезококтейль, моментальный лифтинг. Мы будем его тестить, но еще я расскажу, что еще с ним можно делать. И это тоже увидела у одной девочки, и мне так понравилось, я везде потом искала. В общем, я расскажу потом подробности об этом коктейле, это тоже будет на моем втором канале. Искала, нашла. Так, вот такие вот карты я давно тоже искала, их везде разбирают, 99 рублей стоят, карты 18+, написано. Там вроде нет голых баб и мужиков. Но это, наверное, с расчетом, что просто играть в карты детям нельзя, только с 18. Так, они прикольные, они... Фу, какой запах. Ну, в общем, они такие, гламурные. Осенние карты. Смотрите, как они клево подходят под этот весь образ. Да? Вау. В общем, мне нравятся карты, ну, такие достаточно плотненькие, как бы. Прикольные. Мне кажется, их даже не порвать. Сейчас возьму и испорчу карту одну. Нет, не буду. Не буду. В общем, золотистые карты прикольные. Также я взяла итальянское печенье, потому что оно мне нравится. В прошлый раз я его взяла и все отнесла Лене. У меня малой тоже любит его хрумкать. Взяла еще. А еще смотрите, какую интересную вещь взяла. Это для чая. Смысл в чем? Что, во-первых, здесь цепляется пакетик. Вот если мы вот так вот ставим, да, пакетик цепляется, ниточка, и он там заваривается. Ну, я долго не люблю, чтобы заваривался чай, то есть мне вот это не нужно. Но мне понравилось, что здесь. Во-первых, выжимать. Я всегда выжимаю чайный пакетик, не знаю почему, ну, чтобы он там не лилось, не капало с него, да. Не потому, что я хочу там выжать все из пакетика, я его там 3 раза макнула, и все, но чтобы не капало. И потом можно вот так перевернуть эту крышечку, поставить и убрать пакетик. Ну, в общем, мне кажется, что это вещь такая удобная, полезная, потому что я все время пакетик, когда вытаскиваю, я все время в другую кружку перекладываю. А хотелось бы, чтобы лежало реально в специальном месте. А оно еще такое многофункциональное. Стоит, наверное, 50 рублей, потому что цены, когда нет нигде, говорят, что это стоит 50. Вот, имейте в виду. Когда не написано цены, это значит, что 50 рублей цена. Ну, это что такое? Придется рвать. Вот такая силиконовая штучка. Вот здесь на две половинки. Не знаю, зачем это. В общем, потом вот так переворачивается и сюда ставится. В общем, посмотрим. Так, дальше. Вот таких два мяча. Я взяла, чтобы играться со своим малым. Они стоят по 77 рублей. И я хотела с ним вот так вот, типа, чтобы мы боролись. Но Денька, я ему даю этот меч, а он мне его кидает вот так. На. Короче, он у меня к холодному оружию не очень ему. Не знаю, может, приедет к нам племянник, мы с ним вот так вот подеремся. Денька увидит и тоже захочет. Может, ему надо подрасти. Но пока что пистолетики, ножи, у нас ничего этого нету. Биты какие-то, знаете, такие агрессивные. Только вот машинки, мячики он любит у меня, рисовать любит. Добрые дела. Но вообще они классные, то есть ими даже не пораниться. Не, ну, конечно, можно, да, пораниться сильно. Но в целом они вот гнутся, они мягкие, и вот в этом прикол, что они даже не пластмассовые.
Ой, девочки, смотри, что я взяла. Хна. Хна. Я ее на самом деле долго не хотела брать. Но я ее взяла, и мы ее будем с вами тестить. А как и что это, вы увидите потом. Тестить я ее буду, не знаю, на этом канале или на втором, еще не решила. Подписывайтесь на оба, чтобы не пропустить. В общем, мы затестим ее, посмотрим, как она красит, что за цвет получается и как вообще там что устроено. Еще я взяла два чая вот таких вот, Куртис. Ну, вкусы те же самые, я один открыла, уже попробовала, вот так он открывается. По 50 рублей они стоят. Пахнет вкусно, вот такие. Просто у них, по-моему, коробочка изменилась, а так вкус ничего не изменился. Это черный чай я взяла, тут у нас мандаринка, лайм, в общем, цитрусы всякие. А здесь зеленый чай, и здесь у нас виноград, ваниль, походу, если с картинки судить. А, жасмин. Виноград и жасмин, да. Ну, в общем, взяла вот таких два чая, вкусно. Так, и теперь остался у нас немного к Хэллоуину. Что я взяла к Хэллоуину? Значит, первое, я взяла вот такой вот череп. Вообще, черепа я не очень люблю. Раньше я их очень любила, у меня все было с черепами, мне бы ожерелье с черепами, подвески, сережки, заколки, всю одежду, черепа, да покрупнее, чтобы меня издалека было видно. Очень любила. И декор весь в черепах. Потом я что-то с рождением ребенка я перешла... А, черепа, а потом кресты. Потом я с рождением ребенка перешла на сердечки, что-то лав, что-то такое воздушное. Мне захотелось от черепов избавляться, всех этих дел. Но все равно по памяти я, когда вижу, мне все равно как бы нравится. Просто я это не окружаю себя всеми этими вещами. Но почему-то мне вот этот понравился. В первую очередь мне понравился его цвет. Мне стало очень любопытно, как он будет светиться в темноте. Во-первых, это здоровая такая тема, это реально потом можно оставить под кружку, хотя я не знаю, как вымывать отсюда весь этот, как это, воск, да, вспомнила, весь этот свечу, весь этот воск, как отсюда вымывать, скорее всего, и не получится, но мне кажется, что когда будет гореть свеча будет, здесь будет очень все красиво подсвечиваться. Мне кажется, он весь будет очень красиво подсвечиваться. Там были еще другие цвета, но мне кажется, что именно вот этот цвет какой-то необычный. Так что мы сейчас зажжем его и посмотрим, как он будет светиться. Свеча череп 99 рублей стоит. Вот это 77 стоит. Мне тоже понравилось, это на фон, мне кажется, что оно будет очень клево светиться, это такая у нас тыква, ну, может, я ближе к Хэллоуину тоже буду какие-то такие декорации делать, а что, сейчас много где уже тыквы развесили, можно даже и уже начинать, сейчас поставим. Так, здесь нам нужно будет две маленькие батареечки, вот они, две маленькие батареечки, сейчас мы их засунем, и смотрите, вот так. Здесь маленькая вот такая вот лампочка. Тянем, потянем, и вот такая тыква получается. Чтобы она вот так стояла, у нас здесь вот такая пластмассочка есть. Сейчас мы ее сделаем. Ага, все, смотрите. Мы ставим сюда пластмасску. Вот так вот. И натягиваем. И вы видели, да, и одновременно я делала. Так, натягиваем в наши вот тут распорки, раскопорки пластмасску. Раз. Два. Все. Очень круто. Очень круто. Все. Это можно подвесить даже, крючочек, да? Мне кажется, красиво вот сюда, если поставить. Да? Сейчас я включу еще и увидите, что будет. Так, я засунула сюда батарейки наши, включаем. Ой, что-то вот так и не видно даже, как она горит. Она еле-еле, наверное, горит. Что это было? Так, я покажу это в темноте, как она горит. Но в целом, даже так, если ее не включать, девочки, она очень клево сюда вписывается в наш интерьер. Да? Да. Так, в темноте покажу.
Еще что я взяла? Я взяла вот такую вот паутину. Две паутинки. Почем они? Почем паутина? Короче, недорого паутина стоит. Не нашла. Давайте откроем с вами оранжевую, раз у нас сейчас здесь все оранжевое. Просто мне стало любопытно, что там да как. Тут 40 грамм, 4 паука, 15 метров паутины. Вот такая вот она. Открываем. Мне вообще интересно, она как на один раз, не на один. Так, пауки. Сразу можно их убрать. Не люблю пауков эти. Я вообще для декора. Я почему цветную взяла? Потому что на самом деле ближе всего к реальности паутина это должна быть белая, да? По идее. Да, она тянется такая. А я именно для декора подумала, что вдруг красиво будет как-то что-то по-другому сделать. Цветная такая паутина. И может она будет только на Хэллоуин. Есть какая-то структура тут или что? Короче, это походу просто какая-то масса непонятная. Просто 40 грамм непонятной массы. Понятно? То есть понятно, что непонятно. И тут нет такого, что разложить ее там, да? Просто, в общем-то, вот. Вот кусочек там, да? И вы его там раскладываете как-то, разматываете. Как-то так там, да? Там вешайте. В общем, эта паутина может быть везде. Да, вот так вот там зацепила, повесила. Ну, вы поняли, да? Вот так вот лежит. Вот так вот лежит. Ну, в общем, вот такая вот хрень. Не, ну можно что-то прикумать. Да, для декора можно еще. Она не обязательно, что это прям паутина, да? Может, это просто мех такой вот лежит, красивый. Да. Все, мои хорошие. Я с вами прощаюсь. Все, закончились покупочки. Я вам все показала, ничего не утаила. Надеюсь, вам мое видео понравилось. Было ярким, осенним. Если почувствовали осеннее настроение, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, также проходите по ссылочке внизу, подписывайтесь на второй канал, точечные обзоры на конкретную продукцию, много всего интересного будет там обязательно вас ждать. Кстати, хотела сказать, что здесь на своем канале я выпускаю ролики через день. И на втором канале я тоже выпускаю ролики через день. Но так, чтобы вы долго без меня не скучали, если здесь вышел ролик, то значит завтра на моем втором канале выйдет ролик. Здесь выходят они в 8 утра, а там выходят в 12 дня. Я решила, да, сначала я их выпускала в 5, а решила сделать, наверное, в 12 дня. Ну, короче, во второй половине дня. С 12 до 5, в общем, вот ищите ролик на втором канале. И вот так вот через день они. То есть получается, что я с вами каждый день, только на разных каналах. Поэтому добро пожаловать. Все, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Лайк, подписка, комментарии, жду. И пока-пока.